Тюмени экстренно расселили жильцов дома на Жуковского, 28. Напомню, во время обследования многоквартирника специалисты комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций выявили несколько трещин в кирпичной кладке на фасадах. Находиться в доме стало опасно. Жильцов переселили в гостиницу «Колос». Однако многие столкнулись с проблемой, куда деть домашних животных. Я проживаю на Жуковского, 28. Нас недавно расселили в гостиницу «Голос», но у нас как бы сейчас животные остались здесь, потому что их в гостиницу не принимают. Некоторые хозяева приходят в квартиры, чтобы кормить своих кошек и собак. Но так делают не все. Руководитель приюта «Мурка и Васька» Татьяна Лобова готова взять животных временно к себе, но на условиях, что неравнодушные тюменцы помогут с кормами и уходом. Мы прошли по этажам этого дома и в очень многих квартирах кошки плачут голодным воем. Мы хотим помочь этим кошкам. Просим жильцов этого дома откликнуться, позвонить.